время нашей прошлой беседы я определил культуру как надвидовую организацию поведения человека. И сегодня я хотел бы рассмотреть то, что представляет собой основу для любой культуры, то есть видовое поведение человека. Вообще, что такое поведение? Поведение – это, конечно же, определенное взаимодействие с окружающим миром. Но все части мира взаимодействуют с другими частями. Поэтому поведение, то, что мы называем поведением, должно быть какой-то определенной реакцией, каким-то классом реакций. И это так. В строгом смысле слова, когда мы говорим о поведении, то мы предполагаем наличие целесообразного взаимодействия с окружающей действительностью. То есть, если при изучении какого-то объекта мы способны заметить ту цель, к которой стремится его действие, то тогда мы говорим о поведении, а объект обозначается нами как живое существо. Если же мы не видим той цели, к которой стремится изучаемый нами объект, то мы называем его неживым предметом и, соответственно, к нему и относимся. Поэтому поведение очень тесно связано с целесообразностью действий. И когда мы описываем цель действий живых существ, то принято говорить о определенных потребностях, которые есть у этих живых существ. И на основании этого, когда я буду говорить о видовом поведении человека, я буду преимущественно рассматривать те потребности, которые предзаданы у человека, просто в силу его вида, в силу его телесной, генетической организации. Начнем рассмотрение потребностей, которые есть у человека. И, естественно, начнем мы с самой базовой потребности, которую можно найти у всех организмов, у всех тех объектов изучения, которые мы считаем живыми. И это является стремлением к самосохранению, то есть к поддержанию своей жизни. Это самое базовое стремление, которое есть как у самых простых организмов, типа бактерий, так и у более сложных, у растений, у насекомых, у животных и, естественно, в том числе и у человека. Проявляться стремление к самосохранению или инстинкт самосохранения может либо в поиске пропитания, то есть средств для поддержания жизни, или же в избегании опасности, то есть небо какого-то неблагоприятного воздействия. Так преимущественно проявляется инстинкт к самосохранению, который составляет основу для поведения всех живых существ, в том числе и человека. Второе стремление, которое свойственно также практически всем известным нам живым существам, это стремление к воспроизводству своего вида, то есть стремление к размножению. У простых живых организмов оно имеет достаточно примитивные формы. У более сложных живых существ, при том очень многих, поведение, связанное с размножением, может быть очень сложным и принимать достаточно причудливые формы. И тогда мы, например, говорим о каких-то брачных ритуалах, каких-то животных. И все это свойственно и человеку в том числе. При этом человек
как я уже говорил, и как это широко известно, является общественным животным. А у общественных животных стремление к размножению и поведение с ним связанное очень тесно переплетено с местом в иерархии, в том сообществе, в котором обитает это живое существо. Ну, просто потому, что чем выше положение в иерархии, в обществе, тем больше у живого существа шансов оставить потомство его и его воспитать. И все это свойственно и для человека. Третий тип поведения, который также свойственен очень многим живым существам, можно обозначить как стремление к безопасности. То есть это стремление к определенному обеспечению условий своего существования. Например, это может проявляться в виде поиска или строительства убежища. Это может проявляться в виде накопления средств пропитания впрок. Или это у млекопитающих, преимущественно хищных, это может проявляться в виде борьбы за территорию. Потому что чем больше территория, тем больше шансы на, опять же, доставление еды и воспроизводство, на оставление потомства. У человека все эти типы также свойственны ему. Ему также свойственно стремление к безопасности и к борьбе за территорию. Но в силу организации современного общества также стремление к безопасности может проявляться и в накоплении материального достатка, то есть капитала. И при этом это может иметь даже чрезмерные формы. Это третий тип поведения, который свойственен человеку – стремление к безопасности. Четвертый тип поведения, который свойственен также многим живым существам, но уже не всем, это стремление к заботе о своем потомстве и даже в некоторых случаях к заботе о членах своего общества. Конечно же, если это общественное животное. Человеку это также свойственно, притом в очень большой степени. Пятый тип поведения, который присутствует у человека и у других живых существ, хотя их сфера уже несколько более ограничена, это то, что можно назвать с стремлением к чистоте. Чистота и стремление к чистоте – это стремление к созданию определенных условий своего существования. Можно сказать, применительно к человеку, это стремление к определенному качеству жизни, что проявляется в здоровье тела и психическом здоровье. Это также одно из базовых и необходимых стремлений для человека, которое, впрочем, может быть найдено и у многих других живых существ, у млекопитающих, у птиц, но уже далеко не у всех живых организмов. И шестой тип поведения, который мы замечаем уже преимущественно только у человека, связан с его сложной психической организацией и имеет непосредственную связь с тем, что мы называем мировоззрением человека. Мировоззрение – это определенный образ реальности, который есть у человека. И совершенно естественно стремление к тому, чтобы образ реальности соответствовал тому окружающему миру, в котором человек себя находит. Это стремление естественно. Как оно проявляется, это мы рассмотрим в дальнейшем. На данный момент важно именно то, что стремление к соответствию мировоззрения
и окружающей действительности – это одно из базовых стремлений человека. И для того, чтобы обозначить его более коротко, я буду называть его стремлением к гармонии. Таким образом, я обозначил 6 видовых потребностей, которые свойственны человеку. И сейчас я их перечислю, начиная с самой базовой и заканчивая самой сложно организованной. Первое – это стремление к самосохранению. Второе – это стремление к размножению. Третье стремление – это стремление к безопасности. Четвертое – это стремление к заботе. Пятое – это стремление к чистоте. И шестым является стремление к гармонии образа мира, который есть у человека, и окружающей его действительности. Все это базовые и видовые особенности человека, которые являются основанием для построения его видового поведения. Здесь опять же стоит вспомнить, что культуру я обозначил как надвидовую организацию поведения человека. То есть это то, что надстраивается над видовым поведением. Но если это то, что надстраивается, то совершенно очевидно, что культура каждая должна учитывать и должна давать возможности для проявления всех естественных потребностей, которые свойственны человеку. Просто потому, что если она этого делать не будет, она будет нежизнеспособна. Это как, например, если взять здание, в котором верхние этажи выступали бы против существования нижних этажей или самого фундамента. Если вдруг этим этажам удастся разрушить фундамент, то все здание рухнет. И это же верно и по отношению к человеку. То есть культура, как надвидовая организация поведения, необходимо должна учитывать все видовые потребности. Иначе эта культура будет нежизнеспособной. И те люди, которые будут следовать этой культуре, также будут нежизнеспособными. Конечно же, мы встречаем случаи, и очень часто, когда определенные видовые потребности могут контролироваться или подавляться на какое-то время. Естественно, это имеет место. И как это происходит, как это возможно, я рассмотрю в следующий раз.